Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о самых красивых растениях на наших подоконниках, о цветущих, декоративно цветущих растениях. Соответственно, те растения, которые мы выращиваем ради красивых цветов, и будут называться декоративно цветущие растения. Таких растений много, мы их очень любим, потому что когда на подоконнике растения радуют нас своими пышными цветами, это очень красиво. Сроки цветения разных растений разные, и можно подобрать свои цветущие растения таким образом, что они будут цвести практически круглый год, и можно на подоконнике сделать мини-сад непрерывного цветения. Большинство цветущих растений требуют особого ухода. Это хорошее освещение, теплый воздух, полив регулярный. Вот в таких условиях они будут пышно цвести. И, естественно, не будет хорошего цветения без удобрений. Обычно цветущие растения очень требовательны к удобрению, потому что для того, чтобы образовались такие вот пышные, шикарные цветы, нужно много питания. И удобрять их нужно именно удобрениями для цветущих растений. Потому что для того, чтобы цветение было пышное, цветение было яркое, обязательно в удобрении должен присутствовать калий и фосфор. Калий – это основной стимулятор завязывания цветочных почек и образования пышных ярких цветов. Поэтому, когда будете выбирать растения для своих цветущих питомцев, выбирайте растения именно для декоративно цветущих. А таких удобрений немало. Очень хорошие удобрения. Бонефорте – очень хорошее удобрение. Флоргумат и прекрасное удобрение Агрикола. Вот такие наши советы помогут вам вырастить эксклюзивных красавцев на ваших подоконниках.